Йоу, ребят, всем привет! Сегодня у нас будет на самом-то деле супер-супер простой разбор, но при этом очень кайфовый. Лично мне оригинал трека — это Lilluzi, I Just Wanna Rock. Это у нас Jersey Club, очень кайфовый бит, супер простой, но при этом мега кочевый, мега крутой. В целом классная очень работа. Сразу скажу, ребят, над разбором я парился, в скобочках, совсем не парился, потому что сам автор бита — это Synthetic. Есть запись стрима, на котором он сделал этот бит. Я оставлю ссылочку в описании, можете перейти посмотреть. Лично от себя, ребят, очень посоветую вам смотреть подобные стримы от разных крутых битмейкеров, да, перенимать их опыт себе. Благо, таких стримов достаточно много. Можно смотреть, да, какой-то соус оттуда брать, какие-то интересные приемы обработок, мелодии, синтезаторы. В общем, это прям огромное вдохновение. Так что, ребят, всем советую. Оставляю ссылочку в описании, посмотрите. И изначально этот бит кардинально отличался от того, что мы получили в итоге от Lilluzi. В общем, перейдите, посмотрите и сами все узнаете. И прежде чем мы приступим к самому разбору, ребят, напомню, что есть возможность заказать voice tag у меня. Пишите, ребят, в ЛС, в ВК, в Инстаграме, где вам более удобно. Сейчас будет парочка примеров. Sure, don't stop. Double production. Cards go harder. Вот такие вот, ребят, примеры, так что, кому нужен voice tag, обращайтесь в LSVK и заказывайте. Ну а мы приступаем к разбору. У нас BPM 145, тональность у нас D-sharp minor natural. Синтезаторы у нас такие, это Jupiter 8 от Arturia. Классный синт на самом-то деле. Пресет у нас здесь из раздела Case, Bells and Strings. Звучит, ребят, он вот так и имеет вот такой вот рисунок. Давайте послушаем. Кайф. Да, и еще вот верхняя мелодия. Давайте разберем. Собственно, здесь у нас в основе лежит вот такой вот аккордик. Это какой-то там аккорд. Очень распространен, его часто используют. Классный аккорд. Часто могли его слышать в ид type битах. И не только, конечно же. Средняя нотка у нас поднята на октаву вверх. И еще вот добавлена басовая нотка. Корневая. D-sharp 3. И вот получается у нас вот такой вот плотненький, хороший аккордик. А дальше у нас идет уже в основе, да, лежит минорный аккорд. Уже средняя нотка поднята на октаву вверх и басовая нотка. И третий аккорд у нас вот такой вот. Вот это, по сути, тот же аккорд, да, как и здесь, но эта нотка чуть поднята, самая верхняя. И, собственно, получается вот такая вот аккордная прогрессия, очень крутая. И также важно, что velocity здесь примерно вот как-то таким образом выставлено, потому что по дефолту velocity будет у нас мелодия звучать вот так. Более громко, да, синтетик прописывал где-то примерно вот такой вот velocity. И верхняя у нас мелодия, вот такая вот, вот так вот сделаю, да, для большей наглядности. Такая вот мелодия во вторую половину, и поднята она на октаву вверх просто. Оп. И получается вот такая вот простая, да, но очень крутая мелодия. Далее у нас идет дополнительный синтезатор, тоже Jupiter 8 от Arturia. Пресет у нас Morning Dew. И здесь откручена атака. По дефолту она была где-то вот так. Я выставил где-то вот так, примерно. И, кстати, эти два синта в бите у нас не играют вместе. Они играют по очереди. Имеет у нас дополнительная мелодия вот такой вот рисунок. Тоже с velocity чуть поиграл. Кайф. Во второй половине у нас мелодия по такому же принципу продублирована и перемещена вот на октаву вниз. Тоже, да, простая мелодия, но при этом звучит очень круто. По обработкам у нас ничего, просто сделал потише дополнительную мелодию. Да, может быть, можно было какой-то эквалайзер там накинуть, срезать вниз. Давайте подсрежем чуть-чуть. В обработках этот звук особо и не нуждается. Далее, ребят, переходим к драмке. С мелодией мы разобрались. Драмка у нас имеет тот самый Jersey Club ритм. Давайте отдельно послушаем 808. Это у нас дефолтный спинс. Здесь я чуть-чуть подкрутил out на 31% примерно. Здесь добавил чуть-чуть EQ тоже на 30% примерно процентов, чтобы звучало плотнее. И имеет, да, у нас 808 вот такой вот ритм. Давайте послушаем. Да, и velocity у 808 тоже на максимум. Кайф. Классный ритм. Все, без изменений.
Просто, по сути, все у нас зациклено. Никаких изменений в партии 808 нет. Далее у нас, хотел сказать, клэп, но это снэп. Имеет он, кстати, не совсем стандартный ритм. Да? Давайте послушаем, посмотрим. Сокращу до 4 тактов, чтобы было более наглядно. Растяну нотки. Вот такой вот ритм он имеет. Все тоже без изменений. Так он и играет всю партию. Далее добавляется у нас вокс. В оригинальном бите какой-то другой вокс. Я не знаю, где его взяли. Подобрал тоже прикольный довольно вокс из пака полубой шоути. Год. Добавил ему чуть-чуть EQ. Ну, не совсем чуть-чуть, 73, да, чтобы погромче. Он по дефолту довольно тихий. Расставил его примерно вот так. Вот таким вот образом. Звучит он вот так. Для большей наглядности со всей драмкой послушаем. Кайф. Мелодии у нас вместе, они не пересекаются в бите. Слушаем с основными аккордами. Кайф. Вообще, очень круто, я прям кайфую. Классный бит. Респект битмейкеру. Красавчик. И, собственно, да, давайте перейдем к аранжировке. Аранжировка у нас тоже супер-мега простая, да. Здесь особо-то даже нечего комментировать. Основные аккорды играют. Потом у нас подключается басочек и вокс. Кайф. Далее у нас подключается снэп. И идет переход в лид, дополнительную мелодию. Вот так вот. И далее, по сути, да, просто зациклено. Вот такой вот, ребят, биток. Вот такой вот разборчик. Очень нравится оригинал трека, да. Бит, сам трек. Лилузи вообще круто сделал. Синтетик, продюсер, круто сделал. Очень крутая работа. Напомню, ребят, про стрим, на котором Синтетик сделал этот бит. Ссылочку оставил в описании. Посмотрите. Очень крутой способ совершенствовать свои навыки. Черпать вдохновение, да, смотря стримы других битмейкеров. Очень круто. Очень много информации можно для себя почерпнуть. Прям супер рабочий способ. Так что, ребят, всем советую. Переходите, смотрите стримчики. Ну, это прям кайф. Также, ребят, напомню, за войстеги. Заказывайте войстеги. Ссылочка в описании. Да, пишите в Инстаграм, ВК, где вам удобно. И заказывайте войстеги. На этом, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Всем, ребят, успехов, творческого вдохновения, крепкого здоровья и до новых встреч.